Здравствуйте, с вами Техника Здоровья и я Ольга Лебедь. В этом ролике мы будем тестировать новый блендер Q6 марки KingMix. Это новинка, которая пришла к нам буквально вот-вот-вот. И мы как раз тут занимаемся тем, что мучаем его и смотрим, насколько хорошо с чем он справляется. Модель очень похожа на предыдущего своего брата. Тысячная модель KingMix, который был на рынке достаточно долго. Мы торговали им 4 года, и он очень себя хорошо зарекомендовал. В принципе, поэтому лояльно к нему относимся. Посмотрим, что сейчас улучшилось. Поменялась панель. Панель теперь у нас сенсорная. В ней 7 программ заложено уже. Пульсовый режим отдельно вынесен. У нас из плюсов появился японский подшипник НСК. У нас появился тайваньский сальник. Напомню, что сальник — это прокладка, которая не дает течь ножам. Стакан у нас сделан из тритана. Тритан, BPI free, все как положено. К сожалению, нету маркировки на чаше, но везде по документам производитель заявляет, что это тритан. Будем верить. Мощность у него 2200 ватт. Работать, мне даже кажется, стал он потише. Мы уже много что отсняли. И вот теперь настала очередь показать, как он делает муку. Сухие смеси. Нож японский. Улучшена форма его. Он остался такой же 8-лопастной, но форма чуть-чуть изменилась. Как заявляет производитель, что теперь он, ну как сказать, более заточен под разнообразие продуктов. Приступим. Берем зеленую гречку. Это то, что я очень часто делаю. Вот. Лучше всегда делать свежую муку. Вы знаете, свежая мука — это совершенно другим качеством обладает. То есть в муке, особенно в цельнозерновой, также присутствуют всегда эфирные масла, тонкие очень. Это, знаете, как кофе. Вот кофе свежесмолотый, все знают, как вкус сильно отличается его от который там, не знаю, заранее сделали, сколько-то лежал, да еще и где-то в открытом. Вот, здесь то же самое с мукой. Просто, наверное, у нас нету такой культуры, но мы вот постигаем к лучшему, так это самое, рвемся, так скажем. Улучшаем свое качество жизни. Здесь есть специальная программа для зерновых, бобовых и сухих смесей. Сейчас посмотрим, что получится. Он меняет режимы, подбрасывая, затягивая ее. Слушайте, ну я не стала дожидаться даже окончания программы, потому что зачем лишний раз перегревать, когда я вижу, что уже все переработано абсолютно. Вау. Прям тонкий запах гречки, между прочим. Слушайте, посмотрите, результат превосходный. Просто превосходный. Если раньше все равно попадались, ну, как бы ее надо было просеивать, муку, какие-то мелкие пропадали зернышки несработанные, то сейчас я, конечно, вижу, что это высокое качество. Ай да молодцы! Молодец, KingMix! Вам зачет! То есть, в принципе, можно насыпать и больше, если надобится. Он справится, потому что программа длинная. И, видимо, это еще, ну, можно попробовать более что-то жесткое смолоть. Потому что, конечно, гречка, ну, она такая, более мягкое зерно.
Вот, просто гречку я то, что делаю, я постоянно, и блинчики с нее делаю, и вот как-то готовлю. Поэтому гречку больше всего люблю. Наверное, поэтому сразу стала показать вам самое знакомое, что постоянно делаешь. Ребят, ну, твердая пятерка. Твердая пятерка. Мука идеальная. На этом все. С вами была Ольга Лебедь, Техника здоровья. Приглашаю вас в наш магазин, шоурум, либо на наш сайт техника-здоровья.рф. А всем вот такой вкусняшки дома. Все-таки классно иметь профессиональную технику. Она же на все руки мастер. Всем пока!